За последние 7 лет я твердо усвоил одну вещь. В любой игре всегда есть соперник и всегда есть жертва. Вся хитрость вовремя осознать, что ты стал вторым, и сделаться первым. Шах и мат. Как? Что как? Мы спасли тебе жизнь. Теперь скажи мне, как ты выигрываешь? Все очень просто. Эти шустрилы и носков мне не оставили, только записку. Правило первое. Чтобы поумнеть, играй с более умным противником.